Вы смотрите канал «Улица Москвы», и мы на Сосновой аллее в Зеленограде. 6-7 микрорайоны, район Савелки. Ну вот побывали уже на Березовой аллее, Яблоневой аллее. Мы также сейчас побываем на Сосновой. Я тут смотрю, лиственница посажена. Чуть хуже убирают тротуары в Зеленограде. Заметил. Нежели в остальной части города Москвы, я имею в виду. Ну, где-то убирают, где-то нет. Немножко поутих снежок. Если вы смотрели наш предыдущий выпуск по Московскому проспекту, могли видеть, какой был он. Так, сейчас мы... да. Там еще какое-то время будет жилая застройка, потом сменится промзоной. И выйдет эта дорога на Ферсановское шоссе. Это уже край будет Зеленограда. И также справа есть Озерная аллея. Ну тут аллей как таковых много. Вот Солнечная аллея, например, тоже. Ну вот справа Озерная аллея. Еще и Каштановая аллея. Поехали!